Друзья, всем привет! Рад вас всех приветствовать на своем канале. Кто не подписан, новые зрители, обязательно подписывайтесь. Впереди много интересного. Как нужно правильно делать, как не нужно делать, как ни в коем случае не нужно делать. Вот, сегодня мы будем собирать ультрафиолетовую лампу. Точнее, их две будет. Вот такая вот лампа на 36 ватт. Мощность. Вот она. Вот, на 36 ватт. Они будут в 110 трубе. Я еще пока не нарезал, потому что лампа длинная, 1,20 м, кажется, она. Или 1,05 м, что-то такое вот. Собственно, нам нужно будет труба 110, муфта, уголок, переходник. Потом вот заглушка, вот такие вот сантехнические на 40 на 25, дырочки две сделаем вот так. Здесь у меня под 45 градусом делал, вот, чтобы меньше сопротивления было. Ну и заодно завихрение будет от 45 градуса. Вот. Ну, паста, чтобы это легче все соединять. Обезжириватель, чтобы потом нанести герметик, ну и все, как бы коронки, чтобы вырезать отверстие, ну и эпра, вот она такая вот, 36 ватт, вот на две лампы она. Ну что, и вот эту штуку всю большую я вот поставлю вот сюда. Вместо вот этой трубки, трубы, да, я ее воткну, и она будет уходить туда. Ну вот и все. Погнали. Так, продолжаем сборку. Одел я вот эти муфты, которые, да, они очень плотно садятся. Вот, я даже не знаю, может, силиконом и не придется промазывать. Ну, посмотрим. Одел, заглушку заделал предварительно, помазав пастой, чтобы она легко снималась, разбиралась. Вот, выставляю по расстоянию. Здесь все, ее собрал. Сейчас будем смотреть, сколько нужно отрезать. Вот. Здесь вот так выставил. Вот, заподлицо. Ну, а то, что плюс-минус там играет роль. Так даже сделаем. Вот, и сейчас, короче, отрезаю вот так ровно посередине, отрезаю, собираю, сверлю дырочки вот здесь, с одной стороны и с другой стороны, и все. Ну, потом уголки поставлю, ну, короче, в процессе. Так, ну что, все, собрал я ее, вот она вот так выглядит. Вот так, туда, и лишний газ озона наверх, и уходит. А сейчас я вам покажу световое шоу, от которого я был в восторге. Потому что так не видно, работает она или нет. А вот если выключить свет, тут начинается диско-шоу. Сейчас я пройду. Ух ты, блин, чуть не упал в пруд. Так. Вот так она светится. Сейчас подойду, покажу уровень воды. Вот так, такое вот у меня диско-шоу тут. Видно, как вода течет, как озон наверху. Собственно, такая вот штука получилась.
две лампы по 36 ватт. Вот с краев здесь ничего не видно. Ну здесь точечка маленькая светится, а здесь не светится. Ну не видно, как бы. Ну вот вот так вот лампа. Вживую она. Сейчас я попробую подсветку включить. Видите, да? Вот она вот такая вот светящаяся. Вот обычный пластик, да? И вот она светится. Вот так вот светится. А вот так не светится. А вот так светится. Посмотрим. Так-то 76 ватт очень мощно. Что будет? Сейчас свет включу. Вот. А так ничего не видно, ничего не понятно. Ну что, завтра с утра посмотрим, в каком состоянии это все будет. Будут ли изменения. Но я ставлю, что за двое суток здесь будет изменение. За сутки навряд ли. Но за двое точно будет. Вот, так что буду держать вас в курсе. Малечек плавает. Рыбка начала активнее двигаться, выплывать, кушать, потому что до этого она вообще не хотела ничего делать. Из-за того, что я тогда очищал воду, да? Все знают. Вот. Ну вот. Сделал я наконец-таки ультрафиолетовую лампу. Посмотрим. Вы все мне говорили, то, что ее нужно ставить, и будет результат. Я ее сделал. Она мне обошлась 2500 полностью комплект лампы и дроссель, да, провода 2500 и 850 труба с заглушками, с уплотнителями. Но 3200. А на 76 ватт я смотрел, они от 40 до 50 тысяч уже готовы идут. Так что час работы, нет, даже 2 часа работы руками и заработал 45 тысяч. Вот. Так, это тот же самый вечер, когда я подключил ультрафиолетовую лампу. Малек и большая рыба оживились. Прямо это... начали активно двигаться. Не знаю, с чем это связано, но как-то начали активнее двигаться буквально спустя минут 20 или 30 работы после включения ультрафиолетовой лампы. Вон там красный что-то тусит. Вот. Ну что, будем надеяться и верить, что уже начинает она помогать, потому что лампа 76 ватт, я так поизучал, это очень круто. И тем более через нее проходит, ну, очень много воды, и получается, что здесь замедленный поток идет, потому что в основном через 50-ю трубу идет, она под напором идет. А когда сюда заходит 100-ю труба, она замедляет, соответственно, и медленно проходит. И там две мощные лампы стоят. Ну, я вам показывал, как они светятся. Так что не знаю, может действительно вот только подключил, начала улучшаться вода, и вот малек сразу начал шевелиться, двигаться. Потому что вот в этом фильтре, да, который 150 микрон, сетка уже тонкая, я раз в сутки прочищаю. Просто раз в сутки, потому что она не забивается. Хоть я и вот этой щеткой каждый день прохожу, он чищу, он, видите, черные берега, чистые такие. Вот. Я ей прочищаю, и как бы нету. Даже мути нету. Вот. Наверное, все-таки поначалу, когда он забивался, несколько раз в день я его прочищал, вся муть отсюда вышла, и, соответственно, это... ну как, очистилась, нету мути. Вон прямо рыба удивительная. Не знаю, что с ней случилось, но вот
Все, вот подплыла. И малек, и большие. Прямо удивительная лампа. Панацея для маленького прудика. Ну, будем смотреть, смотреть. Если так рыба оживилась, значит и комфортно начали улучшаться условия. Я только рад за это. Посмотрим. Потому что мне про озонатор то же самое говорили. Блин, поставишь 10 грамм, будет вода как слеза. Ну, на самом деле нет. Но, что я могу сказать? Скорее всего, она почище стала. Она может насыщенная кислородом, но как бы что прозрачности нету. Здесь все-таки водоросли дают, а все знать. Сине-зеленые, вот эти зеленые водоросли. Вон малек прямо оживился, капец он. Они, конечно, вчера начали уже потихонечку есть, но сейчас вот он прыгает, ищет что-то, что съесть. Мне это очень нравится. Такое поведение рыбы. Ну, буду держать вас в курсе. До завтрашнего утра. Может быть, даже что-то изменится по состоянию. Ну, вот так выглядит система. Вот, короче, со дна насос на 20 кубов, скиммер, от него идет шланг. Все это поступает сюда наверх, в сетку 150 микрон, бак пустой, через низ. Через низ выходит вода, вот этот шланг подает озон. Озон проходит по трубе. Вот так заворачивает, заворачивает через ультрафиолетовую лампу сюда и на дно уходит. Вот, лишний озон через трубочку жик, наверх, сюда и на улицу. Я его вывел, чтобы здесь не воняло. Вот. Так что такие вот дела. Посмотрим, как будет. Буду держать вас в курсе. А пока минут 5-10 постою, понаблюдаю еще. Всем пока. Подписывайтесь. Увидимся в новых видео.